Пошатнулся чуть. Опасно. Ну давай, Максим, давай. На первое место выходит Валикжанин. Не пропустил колонии. У того особо сил-то не было. Вот мы видим, как на спуске толкается, распрямляясь. Нуртук сегодня в неудачниках, обратите внимание. Ну что, сейчас уже на стадионе. Валикжанин первый с просветом небольшим. Ну же! Ну же! На первом месте Валикжанин с просветом. Ну, Максимка! Пошел! Пошел Валикжанин, подъем, колонне за ним! Колонне за Валикжаниным! Там норвежец Захарвей! Достает сейчас или пытается достать! Швейцарский спортсмен Валикжанин напрямую! Но здесь тоже первым выходит, нужен просветик, хотя бы маленький! Ну, Максим! Максим Валикжанин на первом месте, финишная прямая! Ну, давай, родной! Валикжанин и Дарио Колония! Максим и Дарио Колония! Валикжанин идет на первом месте! Ну, последние метры дистанции, давай! Вечно второй! Ты можешь! Да! Максим Валикжанин, чемпион мира! Блестящая гонка! Есть боги лыжные, уважаемые друзья! Как много этот парень и как долго он был вторым, чтобы сегодня победить Максим Валикжанин! Удмуртия, село Шаркан, браво! Тренерская философия перевозчиков Валикжанин, чемпион мира! Блестящий финиш! Тактически грамотная борьба!